Она хрустит морковкой, она жует бананы. Ей длинный хвост достался от папы обезьяны, от мамы заки ушки. И мы должны сказать, что весели подружки нигде не отыскать. Забезу, забезу. Кто такой забезу? Уши, хвостик и веселье. Вот такая забезу, забезу, забезу. Кто такой забезу? Уши, хвостик и веселье. Вот такая забезу. Космическая пицца. Мама сегодня очень торопится на собрание мам. Там собираются все мамы и обсуждают, как им воспитывать детей. Ура! Папа прилетел! Дорогой, ты как раз вовремя. Я на собрание мам, а ты останешься с детьми. С ними надо поиграть. Есть поиграть! И еще их надо покормить. Есть покормить! Папа Забезу работает космонавтом. Каждый день летает на Марс и на Юпитер. Пока-пока. Ух ты! Зачем тебе в космосе столько зубной пасты? Это не зубная паста, а космическая еда. Хочешь попробовать? Нет, пошли на улицу. Ты обещал поиграть с нами. Оп. Все за мной! Может, сделаем перерыв? Нет! Вы разве не хотите есть? Нет, хотим играть! А если я сделаю пиццу? Ура! Пицца! Бом-тили-бом-тили-бом-бом-бом! Мне с сыром. Мне с грибами. С ананасом. С колбасой! Папа у Забезу космонавт. Он может изготовить все, что угодно. Но что бы он ни делал, у него всегда получается космическая ракета. Ключ на старт. Поехали! Ох. Что это? Кажется, это пицца. А? Что такое? Пожар на корабле? Вкусная была пицца. С сыром. С грибами. С ананасом. С колбасой. Спокойно. Что-нибудь придумаем. Кто-нибудь хочет горчицу? Бинго-фламинго! У нас же есть космическая пицца! Настоящая, которую едят в космосе! Тебе пицца с грибами, тебе с ананасом, тебе с колбасой, а это моя с сыром! Как вкусно! Настоящая космическая! А можно добавки? Как вы без меня? Ракета не сбилась с курса? Все
здорово, мам! Папа сделал космическую пиццу. Правда? Из чего? Из тюбика! Идеальный порядок. Бадди, сидеть. Бадди, лежать. Молодец, умничка. Забезу. Какой ужасный беспорядок. Сегодня вечером мы идем в гости. Ура! А можно мы Бадди с собой возьмем? Можно. Ура! Мы идем в гости с Бадди! Просили прийти к 6. Так что нам пора собираться. Мам! А можно я надену свои новые розовые туфельки? Обязательно! И розовое платье. Розовые туфельки, розовое платье. Где же мои туфельки, любимые мои? Вот, ты тоже будешь нарядным. Где же мои туфельки, любимые? Ой, а где второе? Бадди, ищи! Это не та туфелька. Пошли маму позовем. Она поможет. Забезу. Ты уже большая и должна сама собираться. Посмотри, какой у меня идеальный порядок. Я за секунду любую вещь найду. Как же мне туфельку отыскать? Наведи в комнате порядок, и туфелька сразу найдется. Ладно, пойду наводить порядок. Идеальный. Скучная работа. Все прибрать как надо. Разложу одежду. Шкаф повешу рядом. Соберу игрушки в ящики обратно. Выставлю на полку книжки аккуратно. Чисто и красиво сразу станет спальня. Молодец, Забезу! Какой у тебя идеальный порядок! И сама ты красивая, как принцесса! Ну, бери Бадди и пошли! Бадди! Только что был здесь! Мы опаздываем! Бадди! 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 Идеальный беспорядок. И к тому же опоздали. Бинго-фламинго! Бадди! Бежим! Мы еще успеем! А вернемся, снова наведем порядок. Еще идеальнее! Самолетики. Селестя, мама разрешила. Пока папа на работе, мы его
самолетики посмотрим. Только на папином столе ничего не трогать. Конечно, мамочка. На столе ничего не трогать. Папа Забезу работает космонавтом, а еще он пишет книги, учебники для пилотов. Знаешь, какой он мощный? Не, но он такой красивый. А я тоже могу самолетик сделать. Нельзя ничего трогать на столе. Так я ж не на столе взял, а с тумбочки. Завезу, эти листочки еще нужны твоему папе? Наверное, не нужны. Вон они как разрисованы. Ух ты, круто полетел. А ну-ка я. Здорово, а вот мой. А давайте у кого дальше улетит. Раз, два, три, огонь! Мой дальше полетел. Раз, два, три, огонь! Забезу, Забезу, бам-бам-бам. Кто такая за? Формула радиальной траектории? Плоскость глиссады? Эй! Стой! Не надо! Не кидай! Смотри, твой папа с нами играет! Точно! Давай еще самолетики! Траектория! Глиссада! Не надо! Милый, что с тобой? Это моя новая книга! Уже третья глава полетела! Эй, на чердаке! Прекратить пускать самолетики! Упс! Похоже, эти срисованные листики папе зачем-то нужны! А я говорила, ничего не трогай! Триста четырнадцать, триста пятнадцать, триста шестнадцать. Удивительно, но все страницы нашлись. Папочка, мы все три главы собрали. Мы не хотели их разбрасывать. Просто листики были изрисованы. Ты всегда мне такие давал играться. Забезу, я совершенно не в обиде. Даже наоборот, я вам благодарен. Я пока за вашими самолетиками смотрел, придумал новый способ пилотирования. Когда самолет летит вот так. Вот так летит. Точно. Я назову этот способ пилотирования обезьяний хвост. Тогда тебе еще одну главу писать придется.